Победителем последнего, одного из самых сложных этапов велогонки Гран-при Сочи стал представитель украинской команды ASD Максим Васильев. Вторым финишировал Максим Разумов из команды «Итера Катюша». Третьим стал Игорь Боев из «Русвела». По сумме результатов во всех шести этапах победу в 60-й велогонке Гран-при Сочи одержал гонщик российской команды «Русвела» Ильнур Закарин. Второе место занял его напарник по команде Сергей Лагутин. Третий результат у Дмитрия Самохвалова из национальной сборной команды. По итогам всей веломногодневки зеленую майку горного короля завоевал украинец Александр Шейдек, сохранявший этот титул в течение всей гонки. Фиолетовая майка самого активного гонщика у Романа Майкина из команды «Русвела». Напомним, за 6 дней 138 спортсменов из Норвегии, Латвии, Беларуси, Украины, Австрии, Словакии и России проехали 884 километра по дорогам Краснодарского края и разыграли призовой фонд 28 245 евро и титул победителя легендарной 60-й сочинской велогонки.